Пожалуй, первый признак приближающегося Нового года – массовая торговля елочными игрушками. В Гомеле их можно приобрести даже в продовольственных магазинах. Выбор на любой вкус и цену. От пластмассовых шаров по 70 копеек до эксклюзивных – почти по 8 рублей. Последняя, кстати, белорусского производства. Работа ручная, а поэтому одинаковых игрушек нет. К Новому году значительную часть даже дорогих украшений раскупят. Однако большинство покупателей предпочитает все-таки бюджетный вариант. Я лично для себя выбираю что-то красивое. Красивое постепенно покупаю. Чтобы было красиво и средний ценник. Если поискать, можно найти. Наверное, эксклюзивным, но не очень дорогим. Чтобы цена была средняя. Вот как этот цветочек. Раньше он стоил 7 рублей, а теперь 4. Сейчас очень красивых игрушек новогодних. Большое обилие. Изобилие даже, скажем. Во многих магазинах сегодня можно приобрести елочные украшения, сделанные по эскизам 60-70-х годов прошлого века. Стоят они недешево, около 16 рублей. Однако пользуются популярностью. Вообще магазины стремятся привлечь покупателей максимальным многообразием новогодних игрушек и сувениров. Руководители некоторых для этого даже посещают специализированные выставки в Беларуси и за ее пределами. Выезжаем на выставки в Российскую Федерацию, смотрим, оцениваем ситуацию, смотрим по ценовому сегменту, чтобы нашему покупателю это все было доступно, достойно. Также у нас есть в магазине представлены очень разные новогодние коллекции, которые в виде сувенирной продукции, статуэток, фигурок. Также очень большой ассортимент символа года представлен. Мы каждый год желаем и приобретаем что-то новое. Специальные предложения к Новому году подготовили и в учреждениях бытового обслуживания. Гомельские парикмахерские начали предварительную запись на праздничные прически. Хотя только укладками многие не ограничились. При наличии свободных нескольких часов женщинам предложат услуги косметолога, массажиста, мастера по маникюру и фитосауну в кедровой бочке. По мнению большинства мужчин, стоит такой комплекс недешево – до 200 рублей с учетом прически. У женщин мнение другое. Это бюджет. Вариант, который раз в году можно себе позволить. Тем более, что в результате прекрасная половина станет еще прекраснее. Мы следим за тенденциями моды. Каждый год мы собираем наших мастеров на все обучающие семинары. И на этих обучающих семинарах мы преподаем именно направление моды на следующий год. На все торжественные мероприятия, то есть различные укладки, прически. То есть это все наши мастера обучаются, все наши мастера следят за тенденциями, потому что без этого, конечно, современный мире никак. Если клиентка приходит, обычно клиенты приходят с фотографиями, которые хотят сделать прически либо укладки, но наши мастера, можно сказать, все художники и всегда видят, пойдет это клиенту, не пойдет, и, конечно же, производятся корректировки в процессе создания при той или иной прически, и мастера наши стараются, чтобы наши клиенты выходили всегда довольные и счастливые. Полумрак и легкая музыка. В большинстве ресторанов, кафе и агроусадеб запись на проведение новогодних корпоративов уже прекращена. Нет места. При том, что цены отличаются достаточно сильно. Если в сельской местности провести праздник с Дедом Морозом и домашней кухней можно и за 40 рублей, то в городе стол с музыкальным сопровождением обойдется почти вдвое дороже. Правда, и предлагаемый ассортимент блюд здесь иной. Сиба с тартаром из овощей, стейк из капусты с веганской сметаной и консоме из фермерского цыпленка с брокколи. Впрочем, экзотические блюда гомельчане заказывают редко, обычно предпочитая все тот же бюджетный вариант. В основном ориентируются на свои вкусовые предпочтения. Как правило, это все по стандарту, все любят свинину, говядину, ничего, никаких изысков. Очень редко, когда гости могут попросить что-то из французской кухни, улитки, мидии, но это очень редко. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко. Новости недели.